наверняка уже принимали участие в подобных конференциях в Петербурге или в Севастополе. Да? Безусловно. Да. Это хоть она и вторая конференция полного масштаба, но да, в Петербурге, и после этого в Севастополе тоже была конференция подобного типа. Конференция проходит на базе Казанского университета. Вы здесь когда-нибудь раньше бывали? Это было очень-очень давно. Нет, я никогда не бывал в Казанском университете. Ага, ну слышали что-нибудь о нем? Ну, безусловно, конечно, я очень хорошо, по профессии я химик, и прекрасно знаком с сильной химической школой, которая находится в Казани, и с академическими институтами, у меня много коллег работает в Казани, соответственно, ну да, конечно, безусловно, я о Казанском университете, и о научных работах, которые ведутся в Казанском центре, очень хорошо осведомлен. Теперь, когда вы здесь, уже что-то увидели в университете, оправдались ли ваши ожидания, сошлось ли то, что вы слышали, с тем, что вы увидели? Ну, пока я не увидел всего еще. Вчера все-таки был очень насыщенный день, и мы только начали работу. Просто на первый взгляд, и увидев и заинтересованных студентов, те, которые приходят на лекции, и от своих коллег, я почувствовал, что это солидный центр, это, безусловно, и образовательный, и научный центр в России. И ваш коротко ожидание от конференции? Ожидание от любой конференции такого типа – это прежде всего общение с коллегами, это открытое общение с чиновниками из министерства и из других структур, которые выделяют фонды для поддержки науки. Это и формирование стратегии развития науки в Российской Федерации. Плюс я представляю также и Ассоциацию российских ученых, работающих за рубежом, ассоциация РАСА. Поэтому для меня это особенно важно. Я представляю не только свои, но и интересы моих большого количества коллег, которые работают за рубежом. Спасибо.